Кто не знает, еще раз переключаться, вот орбита, цель, поверхность, это вот здесь вот. Вот сюда кликаем мышкой, и все происходит. Так, 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 так. Гашу сейчас скорость практически в ноль. Делаю, опять же, это крайне плавно и аккуратно. Сейчас я гашу уже, никуда не натягиваю вектор, скорости чисто. Просто вообще убираю вектор как вообще его полностью. И искореняю какое-либо движение относительно цели. Плавно, аккуратно, не сильно тратя топливо. Хотя, опять же, я не знаю, экономически выгодно все-таки идти на малых оборотах или нет. Почему-то нигде в описании я пока не встречал реальных указаний на это. Вот в описаниях модов, да, я видел такое, что вот на таком-то движке начинаешь газовать по малёху, и в результате начинаешь, называется, медленнее, меньше расходовать топливо. А когда на больших оборотах, там типа больше начинаешь расходовать. Но это опять же не все движки, а вот именно на некоторых движках из модов. А вот в основном КСП я такого не встречал. Ну, или я просто забыл, где это смотреть. Так, уже вектор скорости начинает скакать, что означает, что наши 0.1 это практически скорость практически отсутствует. Сейчас просто именно наша орбита не идеально круглая, да, поэтому. Так, ну что, теперь я управляю, ставлю отсюда, а к цель выбираю вот этот вот докпорт. Навожусь относительно цели уже, да, камеру нужно клавишей V переключить на Chase, чтобы вы смотрели так, как смотрит именно, как расположено ваше шасси, чтобы вы управляли именно вот ваше шасси. Так, цель у нас вверху. Сейчас мы плавно делаем маневр разворота на цель. Так, ну, вот этим вот режимом я так и не научился пользоваться, к сожалению. Вот, мне гораздо удобнее все-таки повороты все делать именно отсюда. Да, конечно, приходится как на фортепиано по всей клавиатуре пальцами бегать. Но зато результат мне больше нравится, потому что я чувствую, что лучше управляю ракетой. Такие дела. Ну, лучше транспортом управляют, которыми. Так, ну где-то там уже начинает показываться цель. Сейчас она у нас будет в зоне видимости. Угу. И вот таким образом гасим нашу скорость, и я хочу двигаться именно немножко, получается, за объект. Но опять же, нужно не забывать, что бочечка у меня очень тяжелая, поэтому это делаем крайне медленно и крайне аккуратно, потому что СЕСом тормозить такую штуку я буду очень долго. Это максимум 0,5 метров в секунду, это уже очень даже быстро для такого. Стараюсь стабилизацию по максимуму включать только в те моменты, когда я буду именно не использовать RCS. Да, конечно, я буду тогда медленнее получать стабилизацию, да, но зато я не буду боковыми соплами, что называется, делать какие-то дополнительные отклонения от курса. Так, немножечко промотаю время, чтобы подойти в более удобную позицию за цель. Да, уж такую большую тушу, честно говоря, сложно будет стыковать, но зато мы приволокем много-много топлива.
Так, ну вроде хорошо, я уже прошел, да? Замедляем. И заодно сейчас посмотрим, насколько хорошо, что называется, будет происходить торможение именно RCS-ом. Сейчас я надвинусь на вектор скорости. Так, есть. RCS включаю. И пробую сейчас клавиша N гасить именно ускорение. То есть, это видите, как это все медленно происходит именно RCS. Поэтому, конечно же, лучше это все сделать, погасить сейчас, пока имеем такую возможность именно топливо. Так, а куда? Почему я двигаюсь в ту сторону? Зачем? Нужно сейчас, наоборот, в противоположную сторону развернуться. Значит, и именно вектор противоположный начать двигаться, мне кажется. Сейчас я буду гасить скорость, стараться. Именно скорость в цель. Опять погашу ее в ноль. То есть вообще по-хорошему, конечно, нужно почаще сохраняться. Это гораздо удобнее. Так. Гашу свою скорость еще раз относительно цели. Гашу ее в ноль, полностью убираю какое-либо движение боковое или не боковое. Ну, во всяком случае, стараюсь. В ноль или в 0.1, лучше, конечно, вообще в ноль брать. На 0.1 мы уже будем стараться это делать именно RCS. Сейчас нажму клавишу H, которая позволяет более удобно это все дело компенсировать. Разворачиваюсь непосредственно на объект, на цель. Кстати говоря, нужно в следующей версии Squid обязательно здесь куда-нибудь свет вывести, чтобы просто хотя бы подсвечивать сам объект, с которым стыкуешься. Ну, как-то в темноте не совсем все это удобно происходит. Так, надвигаюсь на вектор и даю немножечко газа. Отлично. Так, теперь становлюсь вообще четко по вектору цели. И сейчас я вижу явно, что мы идем немножко как-то боком, да? Поэтому я разворачиваюсь, чтобы примерно в одних и тех же плоскостях находиться с целью. К сожалению, это не очень хорошо видно, но это вот примерно вот так должно выглядеть. Есть. Так, теперь моя задача, клавиша L, я делаю боковой маневр, чтобы вектор движения у нас зашел вот сюда куда-то ушел, чтобы мы двигались немножечко боком по отношению к цели. Ну, то есть, так, после этого, если все сделать правильно, вот эта часть потихонечку сама наплывет сюда, ну или эта часть наплывет сюда, то есть на цели. Так, я уже, наверное, 0,4 метра в секунду, это уже слишком большая скорость, ну, давайте. На ускорение промотаем, потому что 0,4 это большая скорость. В смысле для гашения нашей инерции, а реально продвигаться к цели мы будем очень долго таким образом, поэтому, естественно, лучше промотать время. Вот, освещение, оно было нужно, оно пришло, так, и вроде меня устраивает даже то, как я сейчас расположен относительно цели. Еще немножечко подождем, пока ближе сместится
наш вектор. Вот видите, о чем я говорил? То есть цель сама наплыла. И вот теперь начинаем гасить боковые скорости. J, K и I сейчас жму. I, чтобы по горизонтали сделать, да, цель правильно. А J, чтобы боковую. Конечно, сопло расположено не очень удачно. Так, и мы сейчас получается, потихоньку сближаемся. Так, сейчас мы откроем этот док-порт. По сравнению с таким док-портом, да, он имеет такую особенность, что он может, как сказать-то, как объяснить. Короче, он начинает притягивать, более качественно притягивается к целевому док-порту. Аккуратно сейчас, да, давайте, наверное, даже на капслоке начнем менять нашу точку движения на цель. Аккуратно. Капслок дает меньше ускорения и большую точность маневров. То есть настолько это происходит более точно, что мы даже не видим, как это RCS выходит из сокол. Так, давайте немножко еще промотаем время, чтобы сблизиться поближе. Немножечко идем под углом, ничего, сейчас подровняем, подрихтуем. Так, наверное, уже стоит RCS включить для этих целей. RCS, а капслок отрубить. Так. Есть. Гасим скорость вращательную. Теперь натягиваю. Сейчас еще немножечко натягиваю вниз вектор движения, чтобы он был вот здесь. Таким образом, опять же, как мы помним, мы плавно наедем на цель. Все, можно. Гасим опять вектора боковые, полностью уничтожаем их. Мы сейчас плавно получается сближаемся с целью. В принципе, нужно теперь просто быть аккуратным, сильно не газовать ни в коем случае, потому что это все плохо. Даже, может быть, стоит будет немножечко перед самой целью, немножечко даже перетормозить ускорение в нее. Давайте сейчас это и буду делать. Клавиша N. В таком случае я буду видеть лучше, насколько у нас не совпадает или совпадает вектора движение на цель. Видеть, смотрю ли я или не смотрю на док. Вот. Так. То есть нужно смотреть не сюда, но сюда тоже поглядывать, как бы, но вообще основной ориентир, конечно, вот этот участок. Так, гасим еще скорость. Есть, стыковка есть. Фух, теперь я начну перекачивать, я поставлю на паузу, ну, хотя нет, я поясню. Значит, выбираем целевой док, откуда мы берем, да, вернее, блок донор, и через Alt выбираем блок куда. И вот нажимаем In, или здесь можно нажать Out, и наше топливо начинает, в данном случае монотопливо начинает перекачиваться именно в саму другой бак. Ну что, я поставлю запись на паузу и встретимся, когда я завершу перекачивание.
Итак, я полностью перелил, заправил нашего бота, нашу исследовательскую станцию. И теперь я нажимаю Undock. Вот, и потихонечку сейчас начнем отъезжать от станции. Давайте RCS-ом поможем. Немножечко, чтобы побыстрее это произошло. В принципе, все этого достаточно. Я, по сути дела, у меня сейчас, вот я потратил... А давайте сделаем вот так вот, можно нажать. Да, не особо информативно, к сожалению. Топливных баков у нас много. Значит, я потратил с одной только стороны. Вот, получается, 2 бака полностью ушли, а даже чуть больше. И чтобы избежать этих проблем с дисбалансом, да, то, что у нас на одной стороне больше, на другой меньше, я сейчас доперелью топливо в нижние баки. Так, здесь. Да, немножко перестарался. Кстати, если в этот момент ускорить запись, да, не запись, а вот просто ускорение включить, то можно через Alt топливо будет перекачиваться чуть-чуть быстрее. Единственное, что нужно будет процесс перекачивания немножечко инициировать еще раз. То есть вот 3 бака у меня пустые здесь, и на противоположной стороне, да, я сделаю перекачивание на эту сторону. Сначала с этого бака. Есть. И потом с этого же бака я начну перекачивать в эти баки. Вот. И часть, думаю, этого будет примерно достаточно, чтобы сбалансировать наше топливо, чтобы они по этим сторонам не мешались. Так, готово. Так, израсходовано, как видите, вообще крохи топлива израсходованы из верхних ступеней, да. Тем не менее, я сейчас наполню их полностью из нижнего бачка. Из второго, из маневровой ступени. Маневровая ступень не снабжена ботом, поэтому если я захочу ее именно выбросить, да, сбросить, мне нужно будет немножечко дать импульс на замедление, а потом дать импульс, опять же, уже самой станции на ускорение. Конечно, немножко неудобно, так что, наверное, на следующей версии, опять же, кальмара, кроме освещения, нужно будет добавить еще и такую вещь, как бота, наверное, к маневровой ступени, потому что, ну, будет удобнее в таком случае сбрасывать, сводить с орбиты именно маневровую часть маневровой ступени. Ну, итак, что мы имеем? У нас имеется полностью заправленная станция, да? Имеется на орбите 1 морковка, 2 морковка, 2,5 морковки и почти, да, не 2,5, 3 морковки и еще маленький чуть-чуть. Плюс там еще где-то морковка жидкого топлива, да? И достаточно большая куча RCS. Это, в принципе, очень-очень много. Ну, то есть у нас больше... Есть отличное количество топлива еще на орбите. Поэтому теперь мы можем спокойно в следующей миссии я отправлю нашу исследовательскую станцию знания к Муну. И мы, используя ботов, соберем очень-очень много информации непосредственно о Муне. С различных биомов я буду... Значит, данный бот, да, его будет достаточно... Давайте переключимся. Вот этого данного бота знания достаточно, чтобы он сел на поверхность Муны, да,
И спокойно с нее стартовал, поднялся обратно и даже прицепился к, ну, свое место законное, что называется, встал. Это будет спокойно можно будет исследовать таким образом различные вообще спутники. То есть из атмосферы, конечно, эта штука подняться уже не сможет. А вот исследовать спутники вполне, вполне себе. Так что, Мун, жди в следующей серии. Мы с тобой встретимся. Ребята, еще раз повторюсь, не забывайте подписываться на, входить в группу ВКонтакте, в группу мастерскую. Там очень много информации, вернее, голосований, которые, что называется, помогут улучшить канал для вас, для моих зрителей. Всем спасибо за просмотр. С вами был Реанор. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.